Вот сели на 4-й номер автобуса и едем в парк Горького. Стоит проезд 7000 донгов на человека. Вот сейчас проезжаем, пока еще в нашем районе северный. Вот тоже пляж. Там сад камней. Вот знаменитый сад камней. Находится совсем недалеко от нашего. В общем-то, две остановки. Но мы пойдем пешком в следующий раз. Приезжаем в порт, где... Эта река впадает в море, вместе с радугой подсказывает. А как река-то называется, ты помнишь?